Майкл Берг. Стать подобным Богу. Уверенность, страница 53. Библия повествует о самаритянке, которая заботилась о пророке Елисее. Ты так хорошо заботишься обо мне, сказал ей однажды Елисей. Что я могу для тебя сделать? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Но она ответила, что она простая женщина, и у нее нет к нему просьб. Однако после ее ухода Елисей спросил вслух, что я могу сделать для этой преданной женщины? Гиези, его слуга, ответил: господин, самаритянка уже стара, и у нее нет детей. Елисей позвал ее назад и сказал: у тебя будет сын. И назвал день, когда родится ребенок. Удивленная самаритянка ответила: не смей надо мной, не смейся надо мной, не обманывай меня. Но Елисей уверил ее, что все будет так, как он предсказал. И все так и случилось. Женщина стала беременною и родила сына на другой год, в то же самое время, как сказал ей Елисей. Шли годы, мальчик рос. Однажды, когда он жал траву в поле, у него заболела голова. Ему становилось все хуже, и вскоре он умер на руках у матери. Самаритянка отнесла и положила мальчика на постель, на которой спал Елисей. Когда пришел в город и запела его, и вышла и позвала мужа своего и сказала: пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию, который живет на окраине города. Он сказал: зачем тебе ехать к нему? Сегодня не начало нового месяца и не суббота. Но она ответила ему просто: да будет мир с тобой, до свидания. Да будет мир с тобой, до свидания. Она поехала на ослице на гору Кармель, где жил Елисей. Увидев ее, пророк велел Гиезию расспросить ее о родных. Самаритянка сказала слуге, что все хорошо. Однако, пройдя к Елисею, она обхватила руками его колени. Гиези подошел, чтобы отвести ее, но пророк сказал: оставь ее, боль ее велика, а Господь скрыл от меня это. Бог не дал мне это увидеть, Он не объявил мне об этом. Обливая слезами, самаритянка вскричала: просила ли я Бога о сыне? Нет, не просила. Я просила тебя не обманывать меня. Что же это за благодарность, если ты дал мне сына, который умер так рано? Елисей сказал Гиезию надеть плащ
взять посох Елисея, пойти и дотронуться им до лица ребенка. Елисей предупредил, и встретишь кого, не рассказывай об этом, и если кто-то благословит тебя, не отвечай ему. Когда Гиезий отправился в путь, Санамитянка последовала за ним, поклявшись, что не оставит его, пока он не воскресит ее сына. Однако, несмотря на совет пророка и протесты Санамитянки, Гиезий все же рассказал о своей цели нескольким знакомым, встретившимся на пути. Когда они пришли к мальчику, Гиезий положил посох ему на лицо, как приказал Елисей, но ничего не произошло. Мальчик был недвижим, ни одна ресничка его не трогнула. Гиезий и Санамитянка прибежали обратно к Елисею, и женщины